привязанности я испытываю до сих пор к человеку, который практически все дни с раннего утра до позднего вечера проводил с нами в школе. Это Юрий Лаврентьевич Афендиков. Сам он вырос без родителей. Был добрейшим человеком. Никогда не позволял себе грубости ни к детям, ни к взрослым. Внешне он был очень статным, высокого роста, с роскошной шевелюрой вьющихся черных волос, импозантным мужчиной. Всегда одет с иголочки и со вкусом. Костюмы на его складной фигуре сидели безукоризненно, как влитые. Брюки отутюжены, туфли начищены до зеркального блеска. Цвета рубашек и галстуков гармонично сочетались и подчеркивали изящество и привлекательность его внешнего облика и одежды. Наверное, во многом это заслуга его супруги, Клавдии Дмитриевны, которая была некоторое время вместе с Раисой Трофимовной нашим воспитателем. Она запомнилась мне как очень открытая и добросердечная женщина, которая нас ни в чем особенно не ограничивала, почти никогда не сердилась и не повышала голоса. Кстати, может быть, я и ошибаюсь, но, как я помню, согласно сложившемуся у нас в классе негласному мнению, между Раисой Трофимовной и Клавдией Дмитриевной существовало некоторое разделение ролей. Мы считали, что Клавдия Дмитриевна была более благосклонна, снисходительна и добра по отношению к девочкам, а Раиса Трофимовна к нам, мальчикам. Вернусь к Юрию Лаврентьевичу. Он был старшим воспитателем, но, пользуясь большим доверием со стороны директора, выполнял, помимо этого, массу других его поручений и был чрезвычайно загружен. Долгие годы он возглавлял партийную организацию, соответственно, председательствовал на партийных собраниях, заседаниях партийного бюро. Помню, как в октябре 1964 года он снимал со стен старые и вывешивал новые портреты советских руководителей после отставки Хрущева. Что-то при этом рассказывал, но я тогда в политике ничего не понимал, но только чувствовал, что происходит что-то очень важное, смысл которого дошел до меня лишь много лет спустя. Юрий Лаврентьевич также работал как художник-оформитель. Отвечал за изготовление плакатов, стендов, объявлений. Как старший воспитатель, он помогал в создании фотокружка, членом которого я был с самого начала. А впоследствии, после того, когда Валера Петров закончил муспедучилище и возглавил фотокружок, фотолабораторию нам разрешили разместить в одной из умывальных комнат в спальном корпусе. Юрий Лаврентьевич выделял школьные средства для приобретения химикатов, фотоаппаратов, фотоувеличителей и другого оборудования. Большая часть фотоархивов, в том числе и фотографии, используемые вот в этом видео, состоит из снимков, снятых по нынешним меркам очень простеньким фотоаппаратом «Смена 5». Приобретенным в то время как раз на эти средства. Юрий Лаврентьевич был необычайно талантливым человеком, мастером на все руки, с хорошим музыкальным слухом и голосом. На некоторых мероприятиях он даже выступал в качестве дирижера нашего школьного духового оркестра. Вел уроки рисования и черчения. В подвале школьного здания в его распоряжении находилась целая мастерская, где он постоянно что-то изготовлял. Настенные стенды к тем или иным мероприятиям, красочные объявления, плакаты или транспаранты. Были и написаны им даже маслом картины, которые он, правда, не выставлял на показ. Очевидно, стеснялся, считая их недостаточно хорошими, чтобы показывать. Часто по выходным дням он приходил и работал в мастерской. Я подолгу проводил там время.
Мне нравился запах краски и древесной стружки. И было особенно приятно, когда находилось какое-либо дело и для меня. Работая, Юрий Лаврентьевич постоянно что-то себе напевал. Я порой назойливо приставал к нему с многочисленными вопросами, а он, не раздражаясь, не отмахиваясь, по-доброму на них отвечал, поддерживая атмосферу легкого и непринужденного общения. Время проходило незаметно, и я очень ценил эти минуты. Хотя Юрий Лаврентьевич много работал физически, его руки были совсем не грубыми. Мне нравилось, когда я, совсем еще маленький ребенок, порой шел с ним рядом, а он по привычке ласково клал свою руку на мою коротко остриженную голову, поглаживая ее. В такие моменты я замирал от удовольствия, ощущая на своей макушке приятную тяжесть от прикосновения его теплой, доброй, мягкой ладони. Теперь мне кажется, что, может быть, он в какой-то степени заменял мне так недостававшего в детстве ощущение близости отца, которого я никогда не видел. Юрий Лаврентьевич вел здоровый образ жизни. По утрам делал зарядку. Сохранил эту привычку с армейских времен. Обливался холодной водой. Был в хорошей спортивной форме. Однако он был заядлым курильщиком. Выкуривал по нескольку пачек в день. По-видимому, это сказалось и на его здоровье, которое серьезно пошатнулось, особенно в последние годы жизни. Он тогда из-за больных сосудов потерял обе ноги. Они были у него ампутированы и был вынужден передвигаться на коляске. Последний раз мы виделись с ним в октябре 2011 года, когда я приехал в Воронеж на 50-летие школы. И мы вместе с Раисой Трофимовной Иванечкиной побывали в гостях у него дома. Сохраняя благодарную память о Юрии Лаврентьевиче, каждый раз, когда я бываю в Воронеже, я стараюсь заглянуть в ставший мне по-настоящему близким его дом на улице Землянской, где сегодня живут его сын Игорь и дочь Алена, которых я знаю с их ранних лет, когда они тоже учились в нашей школе. Теперь, когда Юрий Лаврентьевич и Клав Дмитриевич уже нет в живых, его дети и мы, все те, кому они были близки, сохраняем о них память. И бывая в Воронеже, я стараюсь при каждой возможности побывать на их могилках, поклониться праху с чувством благодарности за все то хорошее, что они для меня сделали.